Да, пока все-таки с преимуществом со Себастьянского клуба. Опять какая атака. И пас Гризмана. Великолепный удар. Гол! Вся атака хороша. Вот опять же, без потери темпа. Каждый делает то, что должен. Ну и тут в первую очередь, конечно, пас Гризмана из-под себя. В сложной ситуации, как он вывел сейчас на ворота своего партнера. И Карлос Велла забивает свой 7-й гол в чемпионате. Левая его не подвела. Прекрасная атака. Все сыграли отлично и никто не сфальшивил. Посмотрите, вот здесь. Смотрите, какой сейчас пас отдаст Гризман. Обыгрался. И вот этот вот пас из-под себя уже выгребает. Тем не менее, он точно отдает его Карлосу Велле. У Гризман большой талант. Думаю, что будущее его может быть ослепительным. Посмотрите, какой пас, а? И Хави Приета поучаствовал. И Фран оттянул на себя внимание защитников. Ну и Карлос Велла. Лучший бомбардир.